Здесь была и ваша позиция о том, что на пришкольных участках никакие стройки не должны свести. Участки земельные отдавать и продавать не надо, которые закреплены за школы. Вот у нас появилась с вами возможность, вы сделали крышу, фасад сделали, ремонт, забор делаете. А если бы землю так отдали, как в других школах? Поэтому я прошу строительную организацию и контролирующие органы проконтролировать, как качественно и безопасно ведутся строительные работы на одной из школ. Насколько я видел информацию и, значит, видеосюжет, что через двор школы возят строительный материал, чтобы строить какое-то частное жилье там, понимаете? Во-первых, Сансан, это небезопасно. Мы здесь молчать не должны. Почему? Потому что, еще раз говорю, Сансан, крайней будет вы, власть. Накажут кого? Директора школы. Не дай бог, везя строительный материал, значит, или какой-то еще груз через территорию школы, значит, нанесут кому-то травму, школьникам. Кто будет отвечать? Директора школы посадят. Зачем мы подставляем их и не защищаем? Вот здесь вот я полностью на стороне Натальи Леонидовны. Сам, если надо, Сан Саныч, вашей власти, если недостаточно, обращусь к контролирующим органам. Так не должно быть. Пускай строители, кто строит организация, даже если это земля на территории школы его, слушайте, делают пути подвоза строительного материала, значит, безопасным для школьников и для родителей, что посещают. А так, слушайте, у нас что, школа, открытая территория, кто хочет, тот и ездит, что ли? Но это неправильно. Это же наши дети. Мы для кого делаем тротуары? Мы для кого благоустраиваем горы? А когда по-хамски относишься, на все наплевав, я извиняюсь за такую ненормативную лексику, но мы тут должны применять власть. Порядочность – это не значит, что слабость. А нашу порядочность они воспринимают как слабость. Мы что хотим, то и делаем. Это мое, и давай сейчас школьников давить. Это что за такое отношение здесь? Я понимаю, люди атомные, но голова-то, блин, должна быть в здравом смысле. Поэтому вот то, что ко мне обращалась Наталья Леонидовна, я вот спасибо говорю, Наталья, я здесь на вашей стороне. Неважно, кто за этим стоит и кто это делает. Все должны жить в рамках закона. А так же, как, слушайте, безопасность детей прежде всего. Поэтому я вас просил бодро разобраться, навести порядок. Не подводите, а точнее защитите родителей, детей и директора и коллектив школы. Я же вам еще раз говорю, что-то случится, все отойдут в сторону, а будет крайний директор школы. Поэтому я не хочу, чтобы там что-то произошло. Поэтому давайте сразу, значит, согласно норм, строительных норм, действующего закона, оградить наших детей и тех, кто посещает школу, сделать дорогу безопасной. У нас с вами даже есть партийный проект «Безопасные дороги», «Безопасная школа». А здесь, ёлки-палки, в Балаково, центр моего округа, допускаются такие вещи. Поэтому я еще раз говорю, если необходимо, я тут сам обращусь. Мы сейчас, да? Проводим, да.